Добрый день! Сегодня мы с вами поговорим о наших детях. Мы вам покажем комплекс артикуляционной гимнастики. Что это такое, сейчас я вам расскажу. Некоторые родители думают ошибочно, что речь ребенка формируется спонтанно и не обращают на это никакого внимания. И тогда у нас возникают случаи, что ребенок начинает неправильно произносить какие-то звуки. Если он их в детстве неправильно, они закрепляются у него, то это может остаться на всю жизнь. И когда человек вырастает, у него начинаются проблемы с работой и так далее. То есть ему жить некомфортно. Поэтому родителям необходимо с самого раннего возраста, уже с 2 лет, следить за речью ребенка. Что для этого нужно? Самое простое – это выполнять артикуляционные упражнения. Это упражнения для языка, для подвижности язычка, для подвижности губ, мягкого неба, тех органов артикуляции, которые участвуют в формировании звуков. Мы же делаем с вами гимнастику, там, для общую гимнастику для тела, мы не забываем заботиться об этом, но об органах артикуляции надо тоже заботиться, о нашем языке, о губах и так далее. Комплекс упражнений рассчитан на выработку тонких дифференцированных движений, как я уже сказала, языка, губ, мягкого неба. Артикуляционные упражнения можно делать, начиная с 2 лет, простые упражнения. Они предупреждают как бы неправильное формирование звуков, то есть ребеночку от этого будет только хорошо. Артикуляционная гимнастика также используется для исправления недостатков произношения, которые уже возникли. Что хочу отметить? Эти упражнения нужно делать в игровой форме, обязательно перед зеркалом, 4-5 минут в день, не больше, для того, чтобы не утомлять ребенка. Если вы видите, что вашему ребеночку это не нравится или не хочется, то лучше тогда это отложить и сделать это, как-то обыграть и придумать, как можно сделать это интересно. Если у ребенка что-то не получается, ни в коем случае нельзя его ругать и требовать от него чего-то. Лучше просто посадить перед зеркалом, самому выполнить упражнения и вместе с ребеночком их выполнять. В течение, там, допустим, месяца, за месяц у вас ребенок научится делать все эти упражнения лучше вас, я вас уверяю. Сейчас мы с вами проделаем комплекс упражнений для артикуляции. Первое упражнение называется «Заборчик». Губки в улыбке, должны быть видны верхние и нижние зубки. Это упражнение нам нужно для выработки подвижности губ. Машенька, давай сделаем это упражнение. Заборчик. Молодец. Теперь губки расслабила. Заборчик. Растягиваем губки. Часто, когда мы разговариваем, у нас губы не работают, поэтому губки нам нужно разрабатывать. Так, еще раз, Машенька. Заборчик. Молодец. Зубки сомкнуты. Обязательно не надо сильно сжимать, просто слегка сомкнуты. Губки в улыбке. Заборчик. Молодец, умница. Следующее упражнение называется «Трубочка». Упражнение для губ, тоже для подвижности. Трубочка. Машенька, делали трубочку. Зубки сомкнуты, губы трубочки. Упражнение для губ. Молодец, Машенька. Следующее упражнение – чередование заборчика и трубочки. Заборчик.
Машенька, давай, заборчик, трубочка. Упражнение выполняем 7-8 раз. Можно подсчет. Молодец, умница. Следующее упражнение. Упражнение для расслабления мышц языка. Называется оно лопатка. Расслабили. Давай, делай лопатку. Нижнюю губу, смотрите, нижнюю губу не надо подгибать. Не подгибай губку. Положи язычок. Если не получается сразу упражнение лопатка, тогда мы можем просто пошлепать губами по языку. Пя-пя-пя. Давай. Пя-пя-пя. Пошлепали по язычку. Пя-пя-пя. Пя-пя-пя. Постараться удержать язык в таком положении несколько секунд. Так, это упражнение нам нужно для расслабления мышц языка. Следующее упражнение – маляр. Кончиком языка гладим небо. Так, давай маляр делаем. Нужно стараться, чтобы кончик языка доставал до неба. Челюсть при этом стараться, чтобы была неподвижной. Следующее упражнение – грибок. Рот открыт, язык полностью прижимается к небу. Присасываем как будто язык. Тянем уздечку. Это упражнение нам нужно для звука «р», для шипящих, для постановки. И, как я уже сказала, это упражнение растягивает уздечку. Делаем грибок. Так. Вот, молодец, очень хорошо получился грибок. Прямо полностью язык присосался к небу. Ну-ка, давай еще грибок. Еще. Ротик шире открой. И сделай, ну-ка, грибок сделай. Вот, молодец, умница. Грибок хороший. Следующее упражнение – гармошка. Научились делать грибок. Теперь тянем уздечку. То же самое. Значит, у нас язык присасывается к небу, и дальше мы челюстью двигаем, а язык при этом у нас остается наверху. То есть, ну, получается, как бы двигаем уздечку, растягиваем. Так, язык присосал. Так, опять же, сначала может это не получаться, можно даже язык удержать немножечко наверху с помощью щетки. Угу. Вот, молодец. Еще улыбайся. Молодец. Ротик открывай, закрывай. Нет, челюсти двигаем. Слюну глотай. Здесь у нас обильное слюнотечение, поэтому немножко нам сложно делать это упражнение, но все равно оно получается. Молодец. Следующее упражнение называется «Киска сердится». Это упражнение нам нужно для постановки свистящих звуков, для звука «с». Когда мы произносим свистящие, кончик языка у нас находится у нижних зубов, боковые края прижаты к зубам. Для того, чтобы сформировать правильно этот уклад, нужно делать упражнение «киска сердится». Оно не очень простое, но научиться его возможно.
губы в улыбке, рот приоткрыт, кончик языка упирается в нижние зубки, боковые края прижаты к боковым верхним зубам. Постараться еще посередине языка сделать желобок. Вот так вот. Машенька, дуть не надо, сделали просто киска сердится. Улыбочка. Так. Рот открыли. Ротик открыли. Машенька очень старается. Язык у нее напрягся. Вот-вот, уже хорошо, уже лучше. Киска сердится. Язык у нас выгибает спинку точно так же, как киска. Киска рассердилась. Да, Машенька? Да, рассердилась. Следующее упражнение у нас «Чистим нижние зубки». Упражнение для языка. Упражнение выполняется на улыбке. Кончик языка упирается в нижние зубки. Давай, чистим зубки. Улыбочка, где наша улыбочка? Улыбочка. Сделали улыбочку. Чистим. Снизу вверх. Это очень хорошее упражнение для свистящих звуков. Цель его – кончик языка укрепить за нижними зубами. И укрепить кончик языка. Еще раз показываю. Чистим нижние зубки. Обязательно снизу вверх. Давай еще раз попробуем. Давай, чистим зубки. Вот молодец. Губки в улыбке. Вот умница. Выполняем это упражнение 7-8 раз. Обязательно на улыбке. Следующее упражнение. Верхние зубки чистим. Это тоже нужно для подвижности языка. Упражнение на улыбке. Верхние зубки чистим. Так. Из стороны в сторону. Губки в улыбке. Из стороны в сторону. Угу. Следующее упражнение. Чашечка. Это упражнение нам нужно для шипящих звуков, также для звука «р». Язык поднимаем. Язык поднимаем к верхним зубам. Стараемся боковые края языка прижать к боковым верхним зубам. В серединке между кончиком языка и верхними передними зубами должна быть щелочка для струи воздуха. Язык в форме ковшика или в форме чашечки. Сделаем чашечку. Давай. Делай чашечку. Вот умница. Ротик открывай. Ротик открывай. Так, ротик открыли. Язычок, широкий язычок. Можно, смотрите, если ребенок не понимает, что ему нужно делать. Положили на нижние зубы щетку. Положи мне язык на щетку. Вот. Вот, смотрите. Положили язык на щетку. И щеткой поднимаем язык. Вот у него теперь уже опять язык убежал у нас. Мы вот так вот держим, вот смотрите. Держим язычок, удерживаем. Вот, первое время. Главное, чтобы ребенок понял, что боковые края у него прижимаются. Вот, и можно даже помогать первое время делать с помощью щеточки. Поднимать язычок, губки в улыбке. Так. И если... ребенку правильно сразу установить язык в правильном положении, вот, вот так вот научится делать ребеночек, то шипящие звуки ш, ж, чище у него будут формироваться правильно. Но также это упражнение используется и для коррекции, когда уже звуки пошли нечистые, когда они заменяются на свистящие или просто дефектные идут, то это упражнение чашечка, оно тоже необходимо для постановки правильного звукопроизношения. Вот, здесь я сейчас механически держу эту чашечку, постепенно Никита сам научится
То есть ошибка здесь какая бывает? Либо язык очень далеко убирают, подняли туда, совсем далеко, это неправильно, либо очень близко. Нужна золотая середина. Язык и недалеко, и не близко. Так, молодец, слюну глотай. Слюну глотай, молодец, закрывай ротик. Если вы видите, что у ребенка слюнотечение при выполнении определенных упражнений, вот здесь есть точка на подбородке, можно вот так вот немножечко ее помассировать. И вообще вот эту точечку очень хорошо, если вы видите, что у ребенка слюнотечение, то вот эту точечку мы массируем, она помогает нам убирать слюнотечение. Массируем, можно делать это каждый день, не очень сильно и как бы... И не слабо, так средней силы нажатия должно быть. Вот так вот круговыми движениями мы массируем, слюнотечение убирается. Не сразу, конечно, постепенно. Все, слюну глотай. Молодец, умница. Следующее упражнение – качели. Тоже упражнение для язычка. Губы в улыбке, язык вверх-вниз. Давай делаем качели, губы в улыбке. Молодец. Язычок за верхние зубки, за нижние зубки. Давай за верхние зубки, за нижние. Умница. Можно тоже подсчет. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Если язык выскакивает за зубки, то... Ничего страшного. Вниз, вверх, вниз, вверх. Умница. Вниз, вверх. Давай вот так. Вверх, вниз. Умница. Это упражнение нам нужно для того, чтобы выработать дифференцированные движения языка, особенно когда ребенок путает свистящие и шипящие. При свистящих у нас язык внизу, при шипящих наверху, и ребенку как бы сложно переключиться языку. Поэтому вот это упражнение, оно как раз-таки помогает для дифференциации звуков, например, для того, чтобы разделить свистящие от шипящих. Следующее упражнение – маятник. Губы в улыбке – это тоже упражнение для языка. Машенька молодец, она уже старается держать свою челюсть. Язык влево-вправо. Рот приоткрыт.